Святится имя Твое, Твое царствие да будет вовеки, да пребудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб, но жил вечно. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Да святится имя Твое, Твое царствие да будет во веки, да пребудет воля Твоя. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Да святится имя Твое, Твое царствие да будет во веки, да пребудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб, но жил вечно. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Аллилуйя, Отец, слава Тебе, Господь. Да утвердится Твое царствие, Господь Отче, в наших сердцах, Господь Отче, в наших душах, Господь Отче. Потому что Ты когда-то сказал, что царствие Божие внутрь нас есть. Ты так желаешь, чтобы, Господь Отче, Твоя любовь, она просто, Господь, царила в наших жизнях, чтобы она покоряла, побеждала, Господь Отче, другие сердца, Господь Отец. И всякое, Господь Отче, аллилуйя, Отец, колено да преклонится Тобой, пред Тобой сегодня, Господь Отче.
Не будьте побеждены злом, но всякое зло побеждайте добром, Господь Отче. Сколько прекрасных вещей Ты сказал, но самое блаженное, Господь, что Ты не только говорил, Ты все это исполнил, Господь Отче. Помоги нам, Господь Отче, так наполняться Тебя Духом Святым, чтобы Твои заповеди исполнялись Твоей же благодатью в нас, в наших жизнях, в наших сердцах и в наших душах. Слава Тебе, Иисус! Свет, Иисус, и в Тебе нет никакой тьмы, Господь Отче. И куда Твой свет приходит, оттуда всякая тьма уходит. Осияй, Господь Отче, наши сердца, силы Твоего Святого Духа, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, мы приходим к Тебе, Господь Отче. Мы поклоняемся Тебе, Господь Отче. С хвалой.
чудеса твои велики, и любовь твоя сильна, прихожу к тебе я. Слава, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Достоин вечной славы, Господь, и нашего поклонения, Господь Отче. Нет другого такого, Господь, как Ты, нет другого Бога. Аллилуйя, Отец, Осана, слава Тебе. Есть только один Бог, как написано. Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Это то, что Ты говорил, Иисус Христос, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, мы поклоняемся, Господь Отче. И Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись бы Ему в духе и в истине, Господь Отче. И Ты, Господь, нашел нас сегодня здесь, на этом месте, для того, чтобы наполнить, отсыпать в лоно наше, меры угнетенные, как написано, утрясенные, насыщенные, наполненные, преисполненные, Господь Отче. Потому что Ты нас так сильно любишь, и Ты во всякий момент нашей жизни желаешь нас наполнять и преисполнять своей преизобилующей благодатью спасения, исцеления, свободы. Там, где Дух Господень, там всегда свобода. Аллилуйя. Там, где Дух Господень, там всегда свобода. Источник утешения.
хорошо у твоих ног. Господь, мы склоняемся перед Тобой, Господь, сегодня, аллилуйя, потому что мы Твои дети, потому что мы Твои творения, которых Ты чудно сотворил, Господь Отче. Ты соткал нас, как написано, Господь Отче, в чреве наших матерей, Господь Отче. Аллилуйя, Отец. Ты вдохнул в нас, как написано, дыхание жизни Своей. Все от Тебя, все к Тебе, все Тобой движется и существует. Аллилуйя, Отец. Непрестанно печешься о детях Своих. Непрестанно. Слово Божие говорит, что даже если мать откажется от своих детей, то ты никогда не откажешься от своих детей, Господь Отче. Даже если мы, Господь Отче, отрекаемся от Тебя своими делами, своими мыслями, Господь, своими намерениями, Слово Божие говорит, что ты от нас никогда не отречешься, потому что ты не можешь отречься от самого себя, а мы в теле Твоем. Мы храм Твой, Слово Божие говорит, в котором обитает Твой Дух. Мы непрестанно омываемся Твоей драгоценной кровью. Когда мы исповедуем наши грехи, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, Господь Отче. Мы освящены в Твое дело. Ты избрал себе особенный народ, ко всякому доброму делу приготовленный народ. Спасибо Тебе, Господь. Пропитай нас прямо сейчас, каждую клетку нашего естества, силой Твоего святого присутствия, Господь Отче. Дай нам, Господь, благо мыслить, Господь Отче, чтобы у нас было благое мышление, потому что, Господь, Слово Твое говорит, что мы имеем разум Христов. Освети наши чувствования. Дай нам иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Дай нам прямо сейчас познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Чего желаешь Ты? Чего желает душа Твоя, Иисус, для нас? Для нас Ты приготовил самый прекрасный план, особенный план. Если мы Тебе вполне доверяем, Господь Отче, аллилуйя, Отец, мы можем, Господь, просто быть исполнителями Твоей воли, носителями Твоей славы, аллилуйя, Отец, и говорителями Твоего Слова, исполнителями Твоих заповедей. Только давай нам, Господь, от Духа Твоего, аллилуйя, Отец. И мы благодарим Тебя за то, что Ты уже дал, потому что Слово Твое говорит, что в определенный момент Дух Святой излился в наши сердца, Дух Святой излился на всякую плоть, без исключения, потому что велика милость Твоя, и Твоя милость всегда превозносится над судом. Аллилуйя, Отец. Слава Тебе, всемогущий Бог. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Божий народ скажет аминь. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Давайте мы воздадим всю славу нашему Господу Иисусу Христу. Вся слава Тебе, Иисус. Вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Детки, выходите на эту сцену.